Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидгор Шоу. Сегодня мы продолжаем Telltale, инди-хоррор про ужасные фюрби игрушки. Проснись. Возможно, мы такими сейчас словами вот у кого-то разбудили, потому что видос у нас с утра выходит. Короче говоря, нам сейчас надо устроить вечеринку. Короче, фюрби решили устроить вечеринку для мамы, а наш обдолбанный... Персонаж, за которого мы играем, решил почему-то помочь и даже никак не комментирует эти события. Я очень люблю играть с тобой. Так, нам нужно сейчас занести Telltale в подвал. Я не помню, у нас здесь яйца были какие-то или не было. Так, у нас здесь еще один дружочек есть. Нам его нужно будет забрать. Так. Кетчуп. Тут у нас все закрыто, в подвал даже не пускают. Хорошо. А, по-моему, у нас ванни был. Все, значит, он забран. У нас осталось еще 5 яиц, на самом деле. Я не знаю, пропустили ли мы в начале, когда еще не сильно шарили в игре. Ну-ка. Telltale, это я. Хорошо, так. Быстренько пробегаем сейчас в подвал. Все, устраиваем чинку. Так, у нас здесь еще. Я Telltale, я люблю тебя. Все смеются, все угорают. Так, давай, хорошо. Заходим в подвал. Сейчас, короче, мы поставим его к ребятушкам. Вот туда, на тусовочку, на пьедестал его. На пьедестал, так скажем. Поставим его на зарядный. И у нас начнется самое ужасное. Давайте быстренько. Так, яичек здесь у нас нет, да? Давай. Еще. Найди друга. Все, мамаша нас начала напрягать. Короче говоря, теперь наша задача... Задача наша пробраться в дом к елке и забрать друга. Мы его уже предварительно распаковали. Это очень хорошо. Мы предусмотрительные ребятушки. Ну давай, мамаш, ты где? Вон она. Тихо, тварь. Вон она. Аккуратненько. Подбираем. Мамочка идет, чтобы поймать меня. Все? Все, мы выжили? Да ладно. Его нужно вычислить, да пофигу. Я не буду брашить тебя, блин, достал. Не буду я этого делать. Не буду. Так, нам теперь, по идее, ничего не грозит. Можем спокойненько здесь яичко поискать. Потому что нам еще нужно... О, дверь открылась, посмотрите. Ладно, сейчас я тебя побрашу, погоди. Давай, сейчас. Яйца. Блин, а где же они могут быть? Это кексики. Это мы в прошлой части... Ой, в прошлом видео еще узнали. Блин. Давай, на тебе. А подожди! Блин, я что-то не то сделал, да? И у нас, по-моему, дверь в подвал закрылась. Нет, не закрылась. Я, по-моему, что-то не так сделал, потому что мы должны были его сейчас спокойненько принести в подвал, и все должно было быть хорошо. Если она сейчас будет в подвале, это будет вообще подстава очень лютая. Пожалуйста, фонарик не мерцать. Не-н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 е
Вы видели, она появилась прямо, блин, перед нами. Коза такая, а? Ну все, 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 давай. На стул мы тебя ставим, давай. Еще, еще. Find a friend. Найти друга в гараже. Да вы издеваетесь, а? Это просто издевательство. Вы бы мне лучше яиц подкинули, еще 5 штучек. Ну, у нас 17 из 22. Это что-то вообще как-то не очень. Где мы еще пропустили? Наверняка их пипец запрятали где-нибудь. Так что офигеешь, они вообще в сверхсекретных местах. И нужно еще в каждый момент времени проверять все эти места, забегать, куда бы ты, в принципе, не побежал никогда. Ой, печально это, печально. Ладно, черт с ними, не найдем и не найдем. Перепроходить игру из-за яиц, которые мы пропустили, скажем так, в начале, например. Так. А, короче говоря, у нас уже мамашка нас напрягает независимо от того, что мы делаем. То есть, в принципе, я думал, что она напряжет нас... Привет. Да. Я тоже на тебя смотрю. Я тебя вижу. Исчезла. Нет, не исчезла. Уйди. Блин, его надо покормить. Ух ты ж, зараза. А он... Да ну, печаль вообще какая, а? Жесть. Да давай быстрее уже. С самого начала, да ты издеваешься, ну. Да ну что, откуда ты взялась-то здесь, ну? Блин, а. Да ну блин, ну чтоб тебе, а? Ну как так-то? Да ну откуда ты берешься-то? Ну нахрена? Как? Как это? Чё, блин? Вообще жесть. Не, нахрен, мы должны нафиг это пройти. Чё за фигня-то? Да я вижу, что мама's coming, блин, вон она. Овца, коза, ну-ка вали отсюда. Ух ты ж. Да я знаю, что тебе страшно, блин. Давай, пусть она там в доме в этом остается одна. А мы пойдем в подвал. И все, свет включился. Хорошо. Фу, ты козлина какой, а? Че ж ты так разорался там? Достал. Так. Все, еще одного надо в этом. В гараже. Быстро-быстро бежим-бежим в гараж. Не теряем ни минуты. На яйца не отвлекаемся. Давай-давай-давай, пока свет не погас. Отлично. Так, а его нам надо покормить. Да, конечно, мама свочен, блин, когда ты так орешь. Да, отвали. Я знаю, что мама присмотри за мной, блин, ты. Собака. Аккуратненько. Не шумим. Low light. Фу, есть, прорвались. Давай, тебя сюда надо сажать. Что еще? Запасы на вечеринку. Нужно взять Tattletale. Зачем? Find the cupcakes. Cupcakes. Найти печенюшки наверху. Да блин, ну ты издеваешься, а? Вот ты. Tattletale, ты же, блин, я же за тобой ухаживаю. Я же за тобой ухаживаю, я тебя причесываю, я тебя кормлю. А ты, козлин такой, меня просто подставляешь под свою мамочку. Где печеньки могут быть? Печеньки могут быть на кухне.
Это его покормить, правильно? Это не то. Нет. Печеньки, значит, у нас вот, вот они. Блин, да ну мама с каминг, давай. Где, где? Не бойся. А, капкейки, все, я понял, они вот здесь, да, мы их видели уже не раз. Забираем. Она все больше и больше там нас напрягает, короче говоря. Мало света, тихо. Аккуратненько, аккуратненько. Тихо, тихо. Найти, короче говоря, эти... Я не знаю, какие-нибудь свечки, бенгальские огни, там что-нибудь типа такого. Жрать хочет. Отлично, у нас свет загорелся. Пережили, пережили. Быстренько, быстренько кормим тебя. Быстренько кормим тебя. Быстренько вы... Барашми, барашми. Где бенгальские огоньки нам взять? Сейчас я тебя побрашу, подожди. Бенгальские огни. А, подожди, тут свечи есть. Вот они. Ну, 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 ну. Это не то? Это не оно? Так, быстрее, пока у нас все хорошо со светом. Видимо, это в твоей комнате, да? У тебя скоро батарейка сядет. У тебя скоро батарейка сядет, это очень херово. Где мне взять эти бенгальские огни, блин, слышь? Так... Да их нету здесь. Мама видела тебя. Короче говоря, у нас батарейка садится. Ой-ой-ой. Все, капец. Капец, неужели все заново начинать? Иди нахрен! Придурочный, тебя еще и покормить надо! Да ну, коза, ну это вообще жесть! Где я эти бенгальские огни найду? Да вы че, издеваетесь? И день заново начался, да? Ух ты, нихрена себе! Капкейки. Ладно, капкейки мы знаем где. Офигеть, они на елке, блин. Нам надо с елки снять их. Вот это жесть. Так, ты у меня накормлен? Почищен. Ладно, мы еще раз тебя накормим. Жесть, блин. Кто бы догадался, что надо с елки снять? Офигеть, вот это бред. Это немножко нелогично. Ну, ладно, в принципе, частично логично, но не полностью. Давай мы тебя быстренько зарядим перед тем, как положить огоньки. Ну что, мы вечеринку свою устраиваем или нет? Больше, больше, кухни. Ой, кухни, блин, свечки с кухни надо теперь принести. По идее, это должно быть легко. Сейчас свет погаснет, а мы схватим свечки и побежим. Давай. Свет даже еще не успел погаснуть. Wow. Да ладно, они сатану вызывают. Вы посмотрите, они... А мы в этом им помогаем. Да ладно! Зажечь свечи. Мы просто ребенок сатаны. Вы смотри, а чем мы зажигаем? У нас зажигалка, что ли? Или у нас, короче, просто испепеляющий взгляд? Что это за жесть? Rewind the VHS, в смысле? Это что за жесть? Это... Я, кстати, подключил стимовские эти штуки. Меня спрашивали, да, почему я не делаю их. Я, собственно, нашел настройки... Выжить в ритуале? В смысле выжить в ритуале? Survive
Вайп взлетел. В смысле пережить ритуал? Я вам помог, блин! Разбивание вас привлекает. Сделай шум. Мама украла свечки? В смысле мама украла свечки? Господи, я понял, их надо в вазах искать. Я нашел одну. То есть, подождите, а мама не хочет, чтобы... Мама не хочет, чтобы мы этот ритуал проводили, или чё? Свечку, пожалуйста, давай. Мама? Привет, мама. Она ушла? Ах ты ж тварь какая! Вот это жесть. Давай, 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 последняя, 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 ну пожалуйста. Ух ты ж, блин. Зараза. Теперь надо их разместить аккуратно. Тихо, тихо, тихо. А эти чуваки-то скандируют. Больше никакой мамы. No more, мама. Их надо мало того, что поставить, так еще и зажечь. А, все, их поставил, теперь я их зажигаю. Отлично, есть. Есть, следить за церемонией. Ну-ка. Иди к мамочке. Мамочка, это ты, иди сюда. Тут твои детки восстали против тебя. Что происходит? Да ладно! Короче, запечатать маму, уничтожить пленку. Destroy the tape. Прощай, мамочка, я тебя никогда не любил. Давай, уничтожайся! Задача троеточие. Задача пойти поспать. И тут такие подарочки, 5 подарочков стоят. Подожди, ну мы как бы яйца еще не нашли. Тут, блин, это вообще жесть была, эти штуки искать. Это просто, они стоят все в одни, в фиксированных точках. Я специально вырезал, потому что это было очень долго. Я использовал попытки 4, наверное, да, чтобы их все собрать. Это, короче, ходишь от вази к вазе. Каждая ваза при разбитии... Короче говоря, издает звук, который привлекает мамочку. И это просто лютый капец. Это одище. Просто собирать все эти свечки было. Причем самое обидное, когда на четвертой свечке уже все. Четвертая свечка уже все. Зашибись. А нет, мамочка тебя ловит. Потому что ты в тупике. И никуда не уйти. А, так. Странно, яиц нету, короче, да, где-то мы пропустили, еще 4 яйца на самом деле осталось не пойманными. Ну, назовем это так, типа покемонов ловим. У чувака или у чувихи, у этой вот долбанутой, я говорю, она... Яйцо. У двери в мамину комнату. А давайте возьмем телефон, ключи от машины. Ничего ж плохого не произойдет. Достижение эксклюзивное предложение. Я чувствую, у нас это сейчас будет конец игры, но как бы он закончится типа каким-нибудь внезапным скримаком. Где яйцо, блин? Ладно, видимо, они действительно появлялись лимитированно в каких-то моментах, где мы и не думали даже куда-то заглядывать и собирать там яйца. Хорошо, дверь у нас в ванную закрыта, свет у нас горит. Ну, здесь давай. Нет? От заразы, конечно. Ладно, фиг с тобой яйцо. Не очень-то и хотелось. И не одно яйцо, а несколько яиц. Фиг с вами. И вот прогнивайте там, где вы есть.
Короче, забейте болт. Давайте пойдем спать. Мамочки больше нет, ачивочка. Рождество. 25 декабря 1998. Ну все, мы добьем сейчас на самом деле. Открыть свой подарок. У нас здесь вообще капец. Ой, смотрите, даже день на улице. Ой, у нас, смотрите, какая радость. Короче говоря, мы сейчас его откроем, а там что-нибудь произойдет точно. Так, смотрим, смотрим, яйца. Ух ты, вы посмотрите, как хорошо. Ой, как светло-то, пипец. Мы привыкли, у нас ребенок привык ночью. У нас ночной ребенок, короче. И он просто уже не может выдерживать этот свет. Так, у нас там 5 ферби. 5 ферби нам подарили. Так, у нас здесь, ага, прах чей-то. Прах, может быть... О, я вазу снес. Капкейки откуда-то взялись. Новые, что ли, испекли? А, ладно, так. Яйца, яйца, яйца. Давай мне яйца, ну. Мне нужны яйца. Срочно. Срочно нужны яйца, ну. Блин, да ладно, нифига себе, не дают. Прикиньте, я думал, тут дадут. Что там за мелодия играла? Ну что, открываем наш подарок? Хрен с ними, с этими яйцами. Плевать. Открываем подарок. Ой, как долго он открывается. Happy birthday, с днем рождения. Короче говоря, наша мамочка вернулась с того света и захерачила всех ферби, походу, которых нам собирались подарить, которые ее замочили. Короче, ферби-то наши оказались очень хорошенькими. Очень хорошими. Они провели сатанинский обряд для того, чтобы... Да, трех не собрали яиц мы. Эх, печаль. Для того, чтобы, короче, уничтожить мамочку, которая нас постоянно убивала. Фу, жесть какая, а? Ну, в общем, вот так вот. Следите за тем, что дарите своим деткам, и следите, что дарит вам. Может быть, это будет игрушка-убийца или игрушка-маньяк, которая просто сатанинские ритуалы какие-то проводит. Ладно, прошли мы Telltale, очередная игрушечка у нас в копилочке пройденных. Неплохо, как всегда, ссылочка на плейлист с прохождением этой игры есть под видео. Можете посмотреть полное прохождение, если только на эту серию переключились. Также не забывайте подписываться, если не подписаны. У нас много еще игрушек впереди. Ну а на этом все. С вами был Рос на канале Midcore Show. Игра Telltale, инди-хоррор про игрушки Ферби, очень популярные в Америке в 90-х годах. Вот, прошли мы ее. Вроде бы убрали маму на тот свет, играли мы за какого-то ребенка шизанутого. Ну да ладно. Все, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал и всем пока!